Паристел. Можно хоть раз в ЗВЗ рискнуть, что ли, или нет? Хм, интересно. Так, думаем, как играть, конечно же, но... Беллинги. Сыграем без разведки, возможно. Возможно, с разведкой. У разведку уже не поехали, в принципе. Так что... Второй овер мы его нашли, так что очень даже хорошо. Второй овер ранний, не поздний, поэтому все хорошо. Поэтому играем через Expand Gas. Тоже газ, тут тоже без наглости газ, этот экспанд. У меня все равно есть некоторые преимущества, потому что я знаю на 100% во что он играет, а он не знает, во что я играю. Так что можно построить пару халявных рабочих. Да, вот он сейчас еще нагло. Он так уверен, что я играю не в экспан, да? Вот сейчас он увидел. Прикольно, что он заказывает рабочих еще больше, чем я практически. Ну, ничего страшного. Да, пошел. Under attack.
совсем так без наглости. Че я дальше тем оверлордом не полетел? Я не знаю. Thank you.
тяжелая игра получилась вообще.